Полина. Вот такой спецучасток приравнивается где-то к туризму. Ни хрена даже не ТР-1. Посмотрим, как патруль едет. Просто красава, просто красава. Он колею, блин, не упал, блин, объехал. Володь, давай команду чекаем, а пока МП-11, зайдем мы. Зайди патруль. Зайди команду. Экстрим! Не работает ни хрена, ты думаешь. Звосты это может цениться, не долом. Есть такой девайс, который же на квадрокоптере летаешь. Угу. Он выставляет камеру, чтобы она не дрожала и тому это подобное. Я опять один всю штуку. Thank you.
Грибы собирал. Самое малое. Грибы цього року. Малость, самая малость. Ну то мы там хоть станем тебе хлеба дома, чтобы ты с голоду. Давайте, давайте. А я хлопца спрошу, может попиздеть у них есть. А ты, вам здесь не понять, здесь другой даже воздух. Здесь дышится легче, блин. А там евро не валяется нигде? Кто-кто? Евро не потерял. А ну, да. Сейчас посмотрю, приближу. Не. Я часто говорил, что мне не нравится ездить. Там, где я уже когда-то был. Но это одно из мест, которых мне очень сильно нравится. Чтобы здесь побывать второй раз, очень интересно. Вот на эту ногу ставь чуть меньше. Давай, все, стой. А как ты туда залез? Не знаешь, как слазить? Ого. Сможешь, да? Если ты так хочешь, то спроси у Исланда, он умеет. Кто не знает, я очень боюсь высоты. Панорамная съемка. Ноги дрожат, руки дрожат. Но вы ни хрена этого не увидите, потому что стабилизация Canon S110 это превосходит любые тряски руки, ног.
остановились лагерем. Сейчас накроем полянку. Хотя надо ехать. Цель доехать сегодня до куполов, организовать лагерь, покушать, отдохнуть. Завтра дальше в бой и домой. Мы доехали. Валера, спасай! Ну, у меня получилось так, что в Карпатах у меня ник Валера, спасай почему-то. Как его на форуме сделать, непонятно. Такой длинный админы прописать не могут. Речка оффроуд. Что вижу, то и говорю. Едем на ночевку. Нас все становится меньше и меньше. Люди начали разъезжаться по домам. Это лагерь имени Валера Спас. По интересам. Это клуб обсуждения. Какая резина лучше? Нет, цивилок. Цивилка. Автоцивилка. Тут точно не резина. Тут цивилка. Это другой агента, понимаешь? Ага. Агент не дозаробляє 5%. Там твої ще 20. І смотриш. То есть, а здесь можно сейчас застраховаться, да? Купить тут в Фройде, на природе, без куда. Не отходя от кассы, от столика присядать. Приехать, напиться, застраховать машину, врезаться в дерево, еще и получить страховку. Ничего, что я передом стою, слышишь, пришел. Клуб. Это клуб, который меряются, они постоянно чем-то меряются. Палатками, бензопилами, оборотами. У кого больше борода? У кого длиннее ручки на топоре? Ну, это да, это само собой. Ну, давай перезапишем. Меряется, у кого длиннее ручка на топоре. И кто выиграл? Пока я. У меня самая длинная. У меня самый длинный держак. А это у нас клуб «Пекельна кухня». Вы представляете, будете какое блюдо сегодня? Сигарета. Индюшку.
Мы уже представили мне жареные колбасочки. Глаголь. Не, давайте поступим по-другому. Давайте вот, берем два полена одинаковых, именно два, и начинаем. Кто быстрее расколет два колена, полена? Чтобы был какой-то азарт. Суковатые, да, Ген? Легко. Легко, це легко. Відео треба взяти таку здовжну, тоді тріщині, ні? Це й має легко піти. Це один гуш візувати. Да, заліз вон на щверку. Ну так ти ж мімо. Ближе к себе треба було брати. Я ж мімо, вон. Ні, треба було ближе к себе брати. Топор плохой фіскарс, виходить. А? Ну а що, ні? А ну, якщо подивлю. Смотри, как надо. ВДВ! Блин, нет, ну, стой, стой. Тагил! О! А это бревно не беручка. Ты пробовал? А вот на один зуб, тоже правда. Нема размаха. Сейчас нижнее такое, херять! Где вся энергия? Якби воно було букове або дубове, воно би розколювало. А так воно. Згідний з тобою. Так, згоду. Сокиру. А тепер ми засікаємо время по відео. Скільки минут длиться, щоб розрубати одно полено? Якщо воно так, я там багажник положу. Другий бік, так. З другого боку. Не десь цього можеш повернути на другий бік і з другого ударити. О, пішло. Що значить довша ручка? Серйозно, о, я теж вийду таке на двоє пальцями. Тихо, тихо, тихо. Спокійно.